Суточное количество заболевших в Самаре продолжает снижаться. Но это совсем не повод пренебрегать ограничениями, введенными Роспотребнадзором на территории города, говорят специалисты. В Самаре продолжают следить за тем, как жители соблюдают масочный режим в транспорте. Ежедневно этим занимается межведомственная комиссия, которая состоит из сотрудников полиции, департамента транспорта, народной дружины и представителей перевозчиков. Проверяющие еженедельно проводят порядка 80 рейдов. К тем, кто соблюдает масочный режим, вопросов нет, а к принципиальным антимасочникам применяются санкции. В случае, если человек отказывается соблюдать установленные требования, на него составляется административный протокол. Это статья 20.6.1, часть 1 Кодекса административных правонарушений. Там предусмотрен серьезный штраф до 30 тысяч рублей. И, к сожалению, надо сказать, что такие протоколы мы все еще продолжаем составлять. Транспортные предприятия, в свою очередь, заботятся как о пассажирах, так и о своих сотрудниках. Ежедневно перед рейсами с персоналом проводят инструктаж и раздают средства защиты. Их выдают с запасом, чтобы в случае чего кондуктор мог поделиться маской с забывчивым пассажиром. Кроме того, перед началом работы проводят и дезинфекцию подвижного состава. Представители транспортных предприятий также напоминают, что у них работает горячая линия для обращения самарцев. Каждый день на нее поступают больше 50 сообщений, в том числе и о нарушении масочного режима. Это и сообщение о том, что экипаж либо пассажиры без масок. Это и сообщение благодарности нашим экипажам, которые реагируют в разных ситуациях. Может быть, кому-то стало плохо, кого-то подождали, кому-то хорошо обслужили, ответили. Мы на это все реагируем. Каждое сообщение у нас имеет обратную связь. За все время проверок с сентября прошлого года сотрудники полиции составили 805 административных протоколов на пассажиров без масок. Только за прошлую неделю оформили 58 материалов. Во время сегодняшней проверки нарушителей не выявили. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.